Популярными мужскими именами по-прежнему остаются Амир, Карим, Тимур, Артем, Кирилл, Матвей, Артур, Камиль, Эмиль, Александр. Самыми популярными женскими именами признаны Ясмина, София, Амина, Амелия, Арина, Милана, Алиса, Ева, Полина, Ралина. Мама и папа продолжают удивлять выбором необычных имен и называть ими своих детей. Так, теперь в Казани появились мальчики с именами Боб Багратион, Ангел, Кубрат, Давлат, Добрыня, Нестор, Остап, Янислав, Ирмин, Батыр. Девочки с именами Кирияна, Милолика, Лукерия Стефания, Бернара, Анна Аврора, Златослава, Мальвина, Сельма. Напомню, что теперь у родителей гораздо меньше возможностей назвать своего ребенка странным именем. 1 мая 2017 года внесены изменения в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и в статью 18 Федерального закона об актах гражданского состояния, запрещающие использовать в именах новорожденных цифры, бранные слова и символы, кроме знака дефис. Не допускаются также имена, содержащие в себе ранги, должности и титулы.